Зурина наконец уже занялась какими-то артистичными делами. Посмотрим, что на этот раз, какие статуи у нас появятся. Наконец у нас город наш начал опять культурно развиваться. И некоторые вещи, я думаю, мы экспортируем в Железную башню, в Обелиск. Да? Там наши тоже фермеры как-то немного тоже проникнутся к сути понимания вещей. Немного не догоняю, каким образом сделать так, чтобы караваны автоматически разгружались. Ну, Мафала сейчас таскает на себе сталь. А мне от этого не легче. Я, конечно, мог бы так скинуть, но получается неудобно. Они вся куча здесь соберется. Потом надо бегать, таскать и так далее. Я думал, они по приходу будут разгружаться на точке каравана. Но, видимо, это не вариант. Какие еще другие опции могут быть? А хотя, просто ради теории, допустим, мы отправляем новый караван. Следующая партия, скажем, да? Закидаем маленькой мелочью, чая примерно и ягодами. И посмотрим, Мафала, если разгрузится. Колониста, кто пойдет? Да, Мартин Фокс, он особо так, он учится на подхвате, работает, пессимист, зато быстро бегает. От него, наверное, будет больше толку между городами, чем в самих городах. Вот и хорошо. И посмотрим на практике, как этот вопрос у нас решается с караваном. Если сейчас Мафала разгрузится автоматически, сталь же они обратно не потащат, правильно? Так, он вот он собрал в атаку, побежал на точку сбора. Заодно не поленился стали захватить, а, красавчик. И что? Пока просто находится в состоянии сбора каравана. Но ты знаешь, по крайней мере, мы знаем, что сейчас пока Мафала здесь, ну, явно эта система не работает. Видишь, он что-то носит туда-сюда. А, нет, разгружает рис. Окей, все, работает. Значит, он сначала разгрузит караван. Ну, да, давай я тебе помогу. Ё-моё. Заодно нам сэкономит это гораздо больше времени, чем будет это самостоятельно делать. Ну, все. Ну, по крайней мере, я сам себе на свой вопрос ответил. Это только перед сбором. Ну, хотя бы ради интереса, если караван пришел, можно ли разгрузить его без подготовки к отправке на новый пункт назначения. Ну давай, посмотрим, что ты нам принесешь. Нормальная скульптура. Называется также и какое-то труднопроизносимое число. 110. Заключается в чем? Эта работа представляет серый столб из камня, который от жары прямо аж дымится. 6 силуэтов подходит к нему. А, на равнине просто находится. И это окружено кружками. В общем, это рассказ о том, как возле бургера свалился. А, на деревне, да, метеорит. Ну, окей, хорошо. Просто и со вкусом. Мне нравится. Как раз на железный обелиск, может быть, и отнесем. Что у нас с миссией? Значит, я пока продолжаю ковать броню. Довольно-таки механично, я сказал бы. До окончания миссии у нас 21 год, 7 человек. Я считаю, что я торопиться не буду. У меня достаточно времени, чтобы к этому времени подготовить еще хотя бы два комплекта брони с каской. Я мог бы достаточно моих людей оборудовать, вас, то есть. И мы могли отправиться за новой технологией, точнее, вот этим источником энергии, который из ниоткуда ее производит. То есть это весьма интересный момент.
Пока да, пока строим. Хотя, честно говоря, если я хотел позвоночник сделать, мне просто вот эта вот одержимость, киберодержимость очень меня привлекает. Я хочу себе сделать обязательно. Надо, 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 надо. А почему ослаблен? Шея. Я все шеи поменял бы, а? Эх. Да, это когда на меня крыша обвалилась, блин. О боже мой, этого только еще не хватало. Чума напала на баламоп. Тогда надо их куда-то подальше, наверное, отнести. Чтобы они... А, хотя их можно подлечить, в принципе. Ладно, попробуем давай спасти. Хорошо, тогда мы тебя должны освободить, да? А, блин, тебе не показывает, кто тут забыл. 9-8 вроде. Караван, флот, инбейс, unrestricted. Все, топайте, наверное, на лежанке. Может, вам это полегчает. Так, бумолот по один. Где вторая? На, ё-моё. Давай, бургер, защищай. Как раз на калфа ломанулась. Вот этот вроде. Ты видел, газель подбежал прямо перед нею. Давай, 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 давай. Ну, бургер, камон. Отлично, красавчик. Все, сделаешь себе ковер из этого. Наконец-то я умудрился все-таки уговорить одесситку, чтобы похоронила Лордиса. Лордис для серости. Ну, в общем, показано, что, да, избегает обвала пещеры. Там сыпется все. Камни падают, она поцарапана и истекает кровью. Да, избежала. Ну что ж, теперь ты в самом деле попала в серость. Земля тебе пухом, Лордиса. Земля тебе пухом. И, поминая Элордиса, к нам пришла дикая женщина. Звать ее Женя. Старуха, 51 год. Ну как, дама бальзаковского возраста, в самом расцвете. Артистичная, хорошо умеет на ножах садить. Пироманик. И драчунья. Блин, слушай, серьезная бабка. Зрин, ты ж вроде по этой твоей части рекрутинг. Где? О, у нас рог у нас есть, оказывается. Большое количество мяса. Чё, только что я видел. Где оно? О, она, оказывается, в обелиске торчит. Ну и бог с тобой. С этим делом пересекаться не буду. Нам только проблем от этого больше будет. Окей. Эти ребята у нас, я смотрю, разгрузились, да? Не, вот есть. Берис. Вовремя забрал. Хорошо. Все. Тогда на этот раз пойдет Ландышова. Хотя, я не знаю, наверное, все-таки как доктора есть смысл. Не, бургер у нас хороший доктор. А Ландышова у нас хороший фермер. И что он здесь делает, это большое недоразумение. Так что давай, отправляйся. Опа. Так, хорошо, ноги. Ноги, 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 ноги. У нас второй снайпер тогда здесь будет. Я надеюсь, на 40 не... Он, слушай, хорошо уранил, кровяк идет как. В голову прямо попал. Бах, 23 часа. Headshot, baby, headshot. Ну и чё? Да, я думаю, больно. Не-не, продолжайте. Так, хорошо, все, переключаемся. Азимова, двигай. Только своих, пожалуйста, не попади. Не очень... Блин, я себя в бочку загоняю. Катить не очень хорошо получается здесь.
9 часов. Ну, скорость немножко понизили, но все равно недостаточно хорошо. Что у нас дальше внизу? У нас только проблема. Попытаться вернуться сюда? Ну, давай. Если по ноге ранили, то уже... Да, окей, все. Движемся быстрее. Вот это хорошее. И самое главное, рядом с домом. Вот так надо охотиться. Все, давай. Вдвоем уже добьют его. Красавцы, пацаны. Молодцы, отличная работа. Все, тащи его в морозильник. Ням-ням. Давно носорожьи котлеты не кушал. Шесть. Ничего так, нормально. Но долго хватит. Что с шоколадом, кстати? Я пока бегал в шоколадных деревьях, вспомнил. Выросла на 11, на 83%. Хорошо, хорошо. Значит, сколько мы скоро будем собирать зерна коки? Или ягоды это? Не знаю. Не суть. Да, блин. Начинается. Ва-ва-ва. Наша песня хороша. Начинай сначала. Нифига себе. Хватай гранату. Так. Ну хорошо, они что у нас, повылазят сразу здесь, да, я понимаю? Офигеть. А у меня здесь поля, у меня здесь кукуруза поспела. Ай-яй. И сейчас это все будет объято огнем. Хотя, конечно, мы из подствольника можем забросать стену. Здесь высадить снайперами и так далее. Ну, в общем, да, все. Фил, что с тобой такое? Ой, нашел то время. Хотя, ладно, ты у нас... Будешь до у доктора. Сесть сюда надо, чтобы мне вообще не помешало бы. Да. Есть хорошо. Окей, они уже там рядом. Все, выходим в боевой порядок. Или так, фаратвил не надо. Рукопашники. Давайте, вы сначала первая линия обороны. Прямо над хлопком. Будем потихоньку передвигаться, забрасывать огнеметом. Все, кто будет выбегать, будем расщеплять их на составляющие. Так, второй же линии у нас будут стрелки, как обычно. Окей, хорошо. Мартанов, давай. А, Азимов у нас будет агрить. Хорошо. Так, дистанция твоя не очень маленькая, но как раз... О, слушай, с этой дистанции почти до хайва достреливает. Это отличная новость. И самое главное у нас... каменная поверхность, значит, огонь не распространится. Только отойди нафиг от линии огня скорее. Го-го-го-го-го, пошел, 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 пошел. Пошел! Ой, ё-моё, это плохо. Все, держи оборону. Пока здесь стрелять не надо. Черт, они сбоку заходят. Так, давайте двигайте. Ох, ни хера себе, это плохо. Анбат, в строй возвращайся. Надо концентрировать огонь. Концентрируем огонь. Они все выбежали, ни хрена себе, у нас проблема. Черт, заваливается левый фланг. Нет, это не потянет. Надо Рамиля разгрузить. Отлично, хорошо. Держите, держите оборону. Красавцы. Окей, основных тварей сбили. Да, вроде? Где у нас все больше всего нагрузки? Пока вроде Рамиля. Давайте, по усмотрению стреляйте. Фух. Отлично. Вот что значит все-таки годы полетов и в онлайн все-таки вбили мне важность концепции фокуса. Потому что если бы мы стреляли в разнобой, то да, гораздо было больше потерь. Так, вы все, go. Давайте вы все отдыхать, пацаны. Даже не... А, это паркан, это не зурина.
Да, Харшанбад, ты тоже. Тоя. Отдыхаем. Вы заработали. Вас уже Фил ждет со скальпелем в руке, а точнее с бинтами. Остальные занимаются пожаром и прочими делами. Я понимаю, мы весь хайф вынесли почти, да? Окей. Красавцы, красавцы. Тувинс, ты не сейчас время нашел обедать, знаешь, тебе скажу. Да не, пацаны, вы меня неправильно поняли. Мочи гада, супосата. Все, Фил, приступай к... Что? А где все? А, они еще идут. Единственный медведь там хочет ласки своей медицинской. Или забивайте руками, наверное. Что у нас еще остается? Какой вариант? Мы можем оставить один хайф. Нет, давай лучше все-таки руками бейте, потому что мало ли еще кто-то заденет шальной пулей. Есть ли смысл? Мы уже поднимали этот вопрос, и я хочу поднять его вновь, потому что я себя чувствую достаточно уверенным, чтобы останавливать какие-либо контратаки касательно жуков. В принципе, я могу заниматься выводением, выводками фермы. Жукастой фермы. Не? Блин, у меня экран такой темный, я ни хрена не вижу, блин. Ой, команд. Не, подожди секунду, не надо меня бить, я чуть с командой не дал себя побить. Короче, заколебали. Отлично. У нас остается один хайв. Вот он. И в принципе мы можем контролировать периодически это дело. Почему бы нет? Вот, это я хотел бы еще раз вам понять. У меня достаточно огневой мощи и брони, чтобы... Фил, ты меня разочаровываешь порой, реально, слушай, завязывай. У меня тут народ весь поцарапанный, ты спать решил? Давай, работай. Одного забинтовал, думаю, все, фига себе. Все, трофейная жилеха, молодцы. Окей. Как видишь, мы очень хорошо сдержали прямое фронтальное нападение без каких-либо серьезных проблем. Это о чем-то говорит. То есть, есть ли смысл мне держать один хайв и даваться им размножаться? Какие от этого могут быть плюсы? Ну, минусы мы какие знаем, какие может быть. Во, вот теперь, кстати, пора делать мне позвоночник. Как раз Фил строен, готов рваться в бой. И мы этим воспользуемся. Время позвоночника. Я хочу позвоночник себе, чтобы скорпион не мог его вытрать из меня, так, чтобы он руки обломал об него. Боник спайн. Я, честно говоря, еще до конца не знаю, что нам даст позвоночник, но я хочу его в себе. Да, детка. Не, все-таки после позвоночника надо будет сделать мне два глаза. Один все-таки Кири сделан. Ну как, ну одноглазый снайпер, но это какая-то шутка. И кто-то еще из наших... У кого-то, кажется, Анбата вроде. А, вот. Правый глаз. Вообще он просто покрошил его наполовину, считай, выдрал. Спилотовская какая-то клешня. Ну вот, это надо дело тоже исправлять. В общем, да, после позвоночника еще два глаза сделаю. Потом уже продолжим дальше с броней. Ну, надо все-таки о своих заботиться, конечно. Мы же все-таки вместе. Два бенических глаза. И это я делаю своими руками. Блин, это уже уровень. Это уже космическая эпоха, считай, без пяти. Что у нас за космическая эпоха, кстати? Еще не начали даже. Ну, хорошо. Ну, подходим. Через тирани к звездам. Ну, вот они, тирани, которые выкручивают глаза прямо из черепа. Да, что-то я погорячился. Ландыш, отходим. Думаю, а вот стеночка, это кусочек стены. Да что там такое? Ну, а что, на что я еще рассчитывал? Успеем ли мы добежать? А у меня даже турели здесь не стоят.
Хотя в клозе мы, в принципе, можем запинать его... Да, у нас, кажется, у нас даже ружье здесь халявное, еще помимо ланса и пульсара. Есть шанс, в принципе, запинать его прикладами. Подожди, он спит, что ли? Пока он добежит, он просто... Не, двигается, окей. Хорошо. Бейте прикладами. Ландыш вперед ворвался. Сбоку, сбоку заходи, давай. А как он его ударил? А, значит, он все-таки бьется. Ему нужно оглушить его, да? Просто тупо так прикладами бах-бам начал месить его. Но он тоже не дурак, видишь. Ну ничего, это не страшно. Вот. Клозовая, да, то есть у него слишком медленно пушка стреляет. Это означает, что... Кстати, у нас еще потенциально два колониста могут здесь быть. Давай пусть Ландыш немножко придет в себя. А потом попробуем еще раз этот момент. Так, Азимова не может охотиться гранатометом, а огнеметом, да? Я в шоке. Джек, ну что ты... А, кровь вытираешь. А они, интересно, очухаются, вот, допустим, если раненые, да? 3 часа. Да, чаще, наверное, скорее всего, просто кровь истекут. Зато сколько у нас мяса, блин. Ува. И да. У нас остался один момент, вот этот вот. Желе не разваливается, но не портится. Через 5 дней еще будет репродукция. То есть мне до этого времени надо решить, либо я выношу это, либо нет. Да. Странная комбинация, конечно. У нас и караван, и рейд одновременно пришел. Подожди, куда он пришел? Сюда пришел? А! Я уже испугался, тут какие-то два инвалида, блин. С ножом и один с пулеметом. Автоматом. Пистолетом, автоматом. Я весь дрожу. Не надо, не бейте. Лучше обоссыте. Пушки перенесите инвалиду, блин. Че так тяжело это сделать сразу, не понимаю. У нас еще как раз здесь шторм начался. Хорошо. И вот это я не понял. Compact relationship. Приехал оптовик. И все. А, ну, видимо, повысилась, потому что сестра Зюрина здесь оказывается. Хаур. Грей. Смотри, у них, кстати, какая-то новая тенденция пошла у них в их поселении. Маски носят такие. Раньше такое не видел, большинство, видишь. Блин, я про этих идиотов даже забыл. И тут такой бургер выскакивает. А чё, Ива, чё? Что? Ты набросился на моего муфала? Ты чё, обалдел, что ли? Я про этих забыл, инвалидов даже. Так, отставить огонь. Все, hold fire. Нам нужен зэк. Ну вот все, почему все перебарщивают так настолько, а? Я не понимаю. Сплошные смерти, дикари, а? Жестокие люди вообще. Что за выстрелы? А, это я потренирую здесь. Ну ладно, господи, забей уже руками или что-то. Я не знаю, это в самом деле у тебя все тяжело так получается это. Не-не-не-не-не, я правильно понял, ты он сейчас долбанул только что по электрическому проводу? Харе. Ах, господи. И сам же начал чинить его. А, да, он вот такой пару кандует, да, елки-палки. Ну, как я теперь знаю, кого атаковать? Парк андует. Ай, теперь иди и тренируйся, если получишь попасть по твари. Ну, это потому что я болван. Ведь восклицательный знак уходил как бы направо вверх. То есть, получается, он не над ним висел, а над этим, над скрабом. Ну, теперь другое дело.
Так, Зурин, сейчас у нас все забинтованное, пообщается, спросит, что надо. Как поживает мой позвоночник? Oh, poor health. Ничего, ладно, переживем. Котов мы продавать не будем. Я хочу купить котов. И у нас здесь есть два самца, отлично. Котов мы покупаем, потому что мне излетят, что продать. Ну, нормально. Накупили дерево чутка, продали им 67 бутылок пива, кучу штанов, которые понаделал. Хотя, ты знаешь, есть, наверное, смысл набрать еще мясо у себя. Для себя, точнее. Да, возьмем. Слоновье мясо, почему бы нет? Всегда можно продать что-то другое. А зачем? У меня же свинь есть. Тратить на это деньги. Это дорого. Все нормально. Да, нормально, я вас умоляю. Есть, конечно, смысл подарок. Да, надо было, наверное, понаделать кучу штанов из просто такой кожи. Может заниматься экспортом, короче, да, там, допустим, майк. Или рубашек. Кожаных. А, дастеры, да. Дастер и джакет, я думаю, два хороших варианта будет. Это им обязательно понравится. Давай, чтобы у нас было, ну, скажем, по 20 штук. Это делаться будет у нас из кожи. Вся кожа, ненужная лишняя кожа будет уходить на это безобразие. И продаваться. Фил также на высоте работает, как ветеринар. Ну, пожалуйста, иммунитет выработался. Так что поставки бензина продолжаются в том же духе. Корпорация племяхи прилетела. Оптовик. Ну, такое как бы по названию просто простое со вкусом. Ну давай позвоним племяннику такой. Что ему можно продать, купить? А, боже мой. Ну, меня особо это, в принципе, не волнует. Холодильник у меня 3, работает здесь на вытяжку. Будет нормально. Куча котов могу продать. Свиньи, но это все мое. Коровы. Lavish meal. 16 штук. Обезьянье мясо. Волчье мясо, рис. Топливо, нитрамин, компоненты. А два, вот что мне надо. Один только продал. Увы. Patch Leather, Devil's Trend. У меня потихоньку копится. Психитовые чаи. Наркотики. Сталь. Уран. Мне надо больше и больше. У меня с пластилом просто засада полная. Да, наверное, это надо будет покупать все. И золото. Забавно как. Оказывается, броню можно делать еще из дерева. Ну, это самое первое паре, наверное, мой самое то. Ходи же, гремишь, как это. Как колотушка, да? Минус 80. Очень сильно тормозит. Ну, хоть какая-то защита. Против жары. Так, чисто, чтобы не обгореть под солнцем и все. В общем, оборот не слабый получился. Продал немножко свиней, так, чтобы компенсировать затраты. Тем более, все равно они мне особо уже не горят, поскольку у нас производство еды поставлено на поток. А мясо я могу либо закупить, либо наохотиться. На самом деле, я ж не живу в тундре, да. Но не суть. Продал немного пищи, закупил компонентов. Все, что было у них, компоненты мне всегда нужны. У меня осталось вообще 4, это жуть. Advanced. Продал кожу компенсировать и набрал пластила 400, то есть это на 8 штук. Считай, 2 штуки скинул просто всяким, ну, рухляди всякой, да? Штаны и там. Ну, еще золото накупил тоже. Золото также мне надо для продвинутых компонентов, не для золотых мечей и так далее. Да, кстати, Ксения, я тебе передаю привет твоему духу, не святому. Вот, что ты знаешь о жизни? Ты видел, как я пластиловыми мечами... Каким пластилом? Ну да, пластил. Отбил за атаку жуков. А ты говоришь, не надо, не надо. Блин, во снах ко мне приходит и говорит, что пластиловые мечи — это трэш. Высмеивает меня. Кто трэш теперь? Смеется последним.
Кстати, весьма двусмысленная фраза. Ты же уже умер. Окей, и все, да. То есть вот этот оборот у нас готов. Набрали вообще просто ресурсов на драгметаллов, будь здоров. Компоненты. Азимов сразу. Это убирай из-под неба, пока молния в него не ударила или еще что-то. Не-не-не, это еще не закон. Давай все это тащи. И компоненты. Подожди, не помню, Мура, почему у меня здесь столько... Ой, боже мой, что я натворил? У меня компонентов... Можно ими свиней кормить. Компонентами. Видимо, вот эта четверка, которая лежала на складе, да, дала мне не то впечатление. Окей, у нас готов позвоночник. Вот я его несу. Я несу свой будущий позвоночник. Фил до сих пор находится в состоянии аффекта, что он хочет сделать. Коты бегают, жрут кишки, кровь вылизывают с пола. И мы готовимся делать себе операцию по внедрению позвоночника. Где он? Люциферам пока не надо. Спайн. Милости просим. Фил, ты знаешь, что делать. Это твой шанс сейчас прославиться на весь регион вообще. Одной из самых всевозможно сложнейших операций, где в сравнении на богом забытой планете Земля, там вообще даже лечить, даже возле позвоночника не хотят лечить, потому что легко оборвать нервы и парализовать человека. А здесь не просто это, его просто поменять. Я верю, Фил, ты не ошибешься. У тебя получится. Ты меня не сделаешь инвалидом, потому что ты вдохновлен, и у нас хороший госпиталь, свет, все есть, что надо. Видишь, все просто сказка. Поэтому проблем никаких не будет. Не-не, я знаю, что ты сейчас улыбаешься и этот, но... А, перебьешься. Эта операция будет успешна, потому что я же везучий. И везучий не потому, что я надеюсь на лах-кабарабах, да, что якобы произойдет. Везучесть — это закономерный результат внедренных усилий и грамотного расчета. Все. Теперь Фил больше не захлён, он, наверное, уже заколебался. Окей, спайн есть. Что это мне дало? Ну, это у нас есть, weekend. По идее, вроде ничего. Я не знаю, что оно должно. Efficiency. Просто эффективность. Если мне дали, наверное, по спине или что-то, то, может быть, она упала. Хорошо, давай сравним. Зурин. Breathing, blood filtration. Тут позвоночник, кстати, вообще... Но пофиг, все равно, для хорошего функционирования, чтобы из меня не вываливались кишки, там, желудки, глаза и так далее, все это должно держаться позвоночником. Это как бы фундамент моего кибернетического тела, чтобы я мог держаться, чтобы не развалить, если у меня ракета в меня попала, то я не разлетелся в стороны, а, ну, недалеко просто эти куски, сдержанные кибернетическим позвоночником, легли. Чтоб сказали, вау, его не разнесло по всей комнате от ракетного удара. Вон лежит кучка такая этот, с проволокой. Вот я хочу так умереть. Ну, в битве, по крайней мере. На самом деле я хочу, да, умереть от старости, окруженный плачущими детьми, внуков. Да кого я обманываю? Я ж полечу в космос, просто в будущем мозгом замороженную банку. И следовать и постигать неизвестное на тысячи и миллионы лет. До того, как на... Да, к тем порам. Я хочу увидеть, как разлагаются черные дыры. Как умирают квазары. Да, вот столько я хочу прожить. А? Ну и надо потихоньку, да, переходить с немощной биологической формы в форму кремниевого уровня. Вот так вот. Ну все, я думаю, на этой позитивной ноте. Для кого-то это кошмарно, но кого-то волнует. Так, мы, кстати, с этими общались? Нет, вроде. Не, общались, да. А мы же не общались. Ну, давай, пообщаемся. А на этой ноте прогресса и стремления к через тернии к звездам мы продолжаем подниматься. Вот. И я знаешь что, я, наверное, когда полностью стану киборгом, я даже не буду садиться в усыпляющую капсулу на космическом корабле. Меня просто привинтят к кораблю, потому что мне вакуум уже не страшен. И я буду созерцать звезды, галактики от первого лица, питаться солнечной энергией. И... по малейшей молекуле водорода впитывать в себя, которую мы в полете будем подбирать.
Что у нас здесь? Ну, здесь у нас мясо, куча целая. Ну, кстати, я могу продать им дофига картошки. Риса можно продать. Да, ну я, наверное, уже подумаю про это в следующий раз. Все, давайте, колонисты, приятного вам отдыха.